Всех приветствую. Я жила во времена Советского Союза, и вот хочу вставить свои 5 копеек. Сейчас в наше время принято говорить такую фразу: «Вставить свои 5 копеек». Вот они, 5 копеек времен СССР. 1977 года. А во времена СССР мы все вставляли наши вот эти 5 копеек. Где? В метро. В турникет. Чтобы пройти в метро, вход стоил 5 копеек. Поэтому отсюда и пошла эта фраза: вставить свои 5 копеек. То есть войти в метро на эти деньги. Еще до этого вход в метро стоил 3 копейки, но это было еще раньше. Я помню, что в мое время вход стоил 5 копеек. Вот я и раскрыла секрет фразы, что означает вставить свои 5 копеек, откуда это пошло. Но в наше время эта фраза означает совсем другой смысл, и некоторые не знают, откуда она взялась. Товарищи, все из совка. Всем пока. Я свои 5 копеек уже вставила.